Знаете ли вы, что в России 900 детей сидят за решеткой от нуля от рождения до 3 лет? Это рожденные в тюрьме, рожденные за решеткой дети, рожденные от матерей, которые были осуждены беременными. 900 детей в год попадают сразу из тюрьмы в детский дом. Они никогда не видели траву, они никогда не видели птицу, они видели козу и собаку. Вот таких детей у нас 900 в год. Знаете ли вы, сколько стоит мальчик из детского дома на ночь? Он стоит 15 тысяч рублей за ночь. А девочка дешевле. Девочка стоит 5 тысяч рублей. В новосибирском детдоме пристроена сауна для солидных господ. Позвоните туда и узнаете, сколько стоит мальчик из детдома на ночь. И выходите 13-го на улице. Выходите. 13 января в 13 часов. Марш в защиту детей. За роспуск Госдумы.